еще одну машину полиции. Понятно. И вот наш фамилия. Вот вот видел, как учат конкретно мы авторские права. Конкретно. Вот такой не мучит неприкосновенность, она может спросить полицию легко, а не мэр Москвы, экс-мэр Москвы. У него амбиции конкретно на Вижн, особенно похоронный Вижн. Мы здесь столкнулись с Мандела Фьюнерал, израильского посольства проблемы. Настоящий бладшет. И вообще во многих предметах. И он считает, что имеет право экспроприировать мои авторские права, скандалить за них. И получать меня. Чем я обладаю, знаете, чем перегоняла, сейчас закрою компьютер в полном объеме. Все перегоняла, понятно. Мы вам запрещаем платить ваш, извините. Мои способности, это мои способности. Поскандалить захотелось, зачем сразу скандалю, блядь. Вы мне решаете, какие у меня способности, какая у меня картинка, и какого уровня у меня контакты, у меня супер контакты, я это знаю. Как минимум я контактирую с военными сферами нескольких стран. Мне для этого достаточно. Это моя цель.